Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 8 апреля 2023 года. И наша малышка Бритни вернулась из ветеринарной клиники от нашего ветеринарного врача Виктории Владимировны. У малышки пошло какое-то отторжение, там что-то за заболевание, чего-то случилось, короче, с глазиком. Рождена она была с двумя глазиками, но что-то стало воспаляться, глаз опух и был просто какого-то нереально огромного размера. Доставлял малышке большие неприятности и боль. Мы обратились к ветеринарному врачу, нам сказали, что тут, в общем-то, надо срочно удалять, потому что без удаления глазика глаз так и будет продолжать прогнивать. Но это я уж не медицинскими терминами, а как вот... как я поняла со слов врача. И в последующем организм будет его отторгать, он как бы вытечет. И вот, ну, как бы для того, чтобы не пошла инфекция вовнутрь организма при вот воспалении этого глазика, глазик мы сегодня малышке удалили. Вот она только-только вернулась после операции. Чувствует себя отлично, ласкается, целуется. Теперь у нас глазик не болит, потому что выглядел до операции он ужасно. Он доставлял малышке дикий дискомфорт, ей было очень больно, и возраст малышки, вот ей только-только 8-го, вчера исполнилось 2 месяца, возраст такой маленький, ну, не позволял нам, собственно, оперировать и что-то такое делать. Мы просто пользовались антибиотиком, мазями мазали, но у малышки дико вот этот глазик был воспаленный, опухший, весь такой выпученный прямо наружу, и очень болел. Она постоянно плакала, она его терла лапкой, она его чесала. То есть он ей всячески доставлял дискомфорт, она так мучилась, что было жалко на нее смотреть. Слава богу, наш врач взялся за операцию Бритни, просто потому как Бритни очень маленького размера. Она жила у меня на кровати вместе с Баженой, и, собственно говоря, на полу она даже и не была. Ее никто реально не кусал из наших других собак или щенков, потому что Баженка, вот она постоянно была с Бритни, и, собственно говоря, Баженка поменьше Бритни, но Бритни не особо большущая. Вот. Собственно говоря, теперь... Бритни у нас вполне себе здоровая девчонка, никаких проблем уже у нас не будет. Скорее всего, малышка хочет писать после операции, она проснулась, да, был наркозик, да, скажем, мы еще такие полупьяненькие, только-только приехали. Малышка будет продаваться за стоимость, скажем так, расходов наших финансовых на операцию по удалению глазика, прививки, документы. Малышка породистая, чистокровная, поэтому, как у всех щенков нашего питомника, у нее будет метрика щенка, татушка, ветпаспорт, прививки, чипы, все как положено. И вот, скажем, стоимость расходов на операцию, вот, одним словом, если кому-то девчонка нравится, девчонка полностью здоровая, и теперь никаких приключений не будет. Она очень ласковая, активная и контактная, выращена у меня на кровати и на подушке. Стоимость на сегодняшний день 15 тысяч рублей. Дешевле мы ее отдавать, разумеется, не будем. Ну, а вот подороже, возможно, да, или оставим себе. Поэтому, если кому-то интересно такое предложение на сегодняшний день, конечно, после того, как она получит прививки, вакцины, пройдет актировки, то есть не сию секунду девочка, скажем так, открыта для резерва, как и ее сестренки, и братишки уже в резерве, вот. Обращайтесь. Мы находимся в Ленинградской области, 200 километров от Санкт-Петербурга. Есть доставка в Санкт-Петербург зарезервированного щенка. Есть, значит, доставка по России, компания Petstour. Стоимость доставки уточняйте у курьера. Есть доставка по Европе от 500 евро и дороже. В нашем питомнике большой выбор щенков чихуа разного возраста, пола, окраса. И одинакового типа шерсти, все пока короткошерстные, длинношерстных нет в продаже, все, что было, уже продано. Цены от 25 тысяч рублей и дороже. Цены указаны в индивидуальных видео о продаже каждого щенка. Эти видео закреплены в сообществе. Или уточняйте, пожалуйста, в личные сообщения или по телефону. Все контакты в описании под данным видео. На этом я с вами прощаюсь. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам.